Не покупали из-за проблем с землей. Инвесторы, которых заинтересовала 51-я исправительная колония, неоднократно жаловались на неопределенные границы земельного участка под ней. Об этом рассказал председатель регионального отделения фонда госимущества Александр Славский. Дело в том, что часть территории подчинялась управлению Нацгвардии, другая полиция, еще одна как раз в бывшей тюрьме. Впрочем, эту проблему уже уладили, заверил чиновник. Облдержадміністрація прийняла розпорядження, яким виділила земельну ділянку. Тепер остаточні межі земельної ділянки вона виокремила лише під майно колишньої 51-ї колонії. Це 4,8355 гектарів. Це полегшить покупцю роботу з цим об'єктом, тому що скоротить для нього шлях для використання власне земельної ділянки. Однако объектом приватизации является не земля, а имущество колонии на ней. В частности, 72 здания и внутренняя сеть связи. Аукцион планируют провести уже в эту пятницу, 6 августа. Стартовая цена лота более 223 миллионов гривен. Напомню, торги по приватизации Южной исправительной колонии фонда госимущества объявил еще в мае этого года. Однако из-за отсутствия участников аукцион так и не состоялся.